Всем привет, вы снова на канале НКХ, с вами как всегда Александр. Сегодня с вами мы будем обозревать устройство, которое называется Holographic Light Fan. В простонародье он называется проектор 3D Hologram. В прошлом году я снимал обзор на похожее устройство с таким же принципом действия, которое устанавливается на колеса автомобиля. Ссылку на него, если кому-то будет интересно, я оставлю под видео. Крутящий момент на данном устройстве. Вместо колеса, как у автомобильного аналога, создают электромотор. Получается что-то вроде вентилятора. В комплект поставки входит крепление, инструкция, пульт управления. И, конечно же, непосредственно сам проектор 3D Hologram с блоком питания. Наверное, у многих возникает вопрос, для чего нужна вообще эта штука. В первую очередь, это, конечно же, мое сугубо субъективное мнение, в первую очередь его можно применить для рекламных целей. Будь то небольшой обувной магазинчик или какая-нибудь кафешка, если повесить эту бяку рядом с вывеской, думаю, что очень многие заинтересуются и даже просто из интереса зайдут в ваш магазинчик или кафешку. Также можно их разместить просто для красоты. Если же вы сами умеете создавать 3D изображения, то с помощью этой штуковины вы можете сделать неплохую презентацию. Наткнулся я на сие чудо совершенно случайно, когда делал подборку проекторов для очередного топа. Если у кого-то есть какие-то идеи, как еще можно использовать эту бяку, пишите под видео. Данный проектор выпускается в двух вариантах, в любительском и в профессиональном. В любительском всего две лопасти, в профессиональном 4. Ссылки на оба варианта, как всегда, будут под видео. И я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем пока и до новых встреч!